Здравствуйте. 10 июня, 16 лунный день священного месяца в созвездии Санчера с элементом воды. День для новорожденных, благоприятный для размышлений, медитации, обращаться к учителям, наставникам, почитание духов воды, ритуалы призывания долгой жизни, благосостояния, создавать дружественные отношения, проведение праздников, радовать людей, посадка семян деревьев, бурение скважин, почитание хозяев местности, работы с железом, проявление творчества, вкладывать сбережения. День неблагоприятен, отправляться в дальнюю дорогу, требовать, переправляться через реки, воды, ловить рыбу, принимать обеты. Благоприятен для людей, родящих год, обезьян и мышей, неблагоприятен годам, коровы, овцы, собаки. На верхнем березовске дун курдуане, баим нам сре, диважн дуане, очуване сунды, после полудня очуване сикусан. Будьте полезными. Thank you.